Так, всем привет, друзья. Если вы будете видеть мои ноги, вот так вот, ноги мои, нечаянно, то извиняйте. Я что хотел показать. Помните, да, вот этот насос я покупал, который лежал просто в коробке и... О, Вика уже тут. Мусин дом. Короче, это коробка для кошки. Забрала ее. Просто в коробке лежал. Никакого чехла, никакой сумки не было. Вот я сделал вот такую вот сумку. Сшил. С чего сшил? Это аэрбаг с машины. Знаете, да? Подушки безопасности, которые стоят в руле. По бокам. Это вот с руля. То есть он сам по себе большой. То есть будет теперь вот такой вот рюкзачок для дачи, для рыбалки, где-то чего-то он, для охоты, дичь бросить. Он практически не протекает, ткань такая хорошая, плотная. Так, ну и вот такая вот сумка для, это я вам попозже покажу, сумка для насоса. Этого насоса будет кататься самой. Шланг я тоже переделал, как помните. Сейчас здесь стоит мягкий шланг. Сюда же поставил крокодилы, которых здесь не было. Так. Сумочка здесь еще у меня будет. Вернее, уже есть отдел. Ну, здесь ключи лежат для трансовых колес. Сама книжечка, не знаю для чего положил, просто потому что положил. Ну и переходники вот эти. Переходники, кстати. Я вот этот конец обрезал и сделал еще себе для себя вот такую вот штуку. То есть это возможность накачивать лодку от, ну, добивать уже до рабочего давления. Здесь просто трубка, в трубку вставлен ниппель. Только когда накачивать будете, там вот внутри, видите, да, вот эта вот штучка. Сам золотник, его выкручиваете, он не нужен, потому что в лодке есть клапан, и он держит. То есть просто чпок, воткнули, подсоединили компрессор автомобильный и добиваете уже вам нужное давление. Здесь я посчитал, рассчитал, ну и как бы кому интересно. 0,2 бара, 0,3. То есть 150 будет здесь. 140, 150. Понятно, да? 0,25, 187. Это от тонометра. Только если как в моем случае стоит, вот так вот, видите, да? Не забывайте его на ноль ставить. Так, ну получилась такая вот штука. Теперь у меня получается лягушка родная. Родная лягушка от лодки. Вот этот насос двухступенчатый. Тот старый, который вы видели уже, наверное, по рыбалкам у меня. Который просто набивает, поднимает баллоны. Я поднимал баллоны улиткой, а потом уже лягушкой добивал, ногами докачивал. Ну, теперь можно будет этим качать, а это будет на прозапас у меня. Не дай бог, где-то что-то как-то всякое бывает. Ну и будет с такой вот транспортировочной сумочки.
получилось прикольно. Получилось хорошо. Блин, убегаю из камеры куда-то постоянно. Ну, то есть тут можно, конечно, все красиво уложить. Но у нас так это не бывает. Все красиво. Все так вот раз. И на затяжках здесь, как на рюкзаке. Хлоп, затянули, все. Здесь можно завязать. Можно подвязать. Но я, наверное, поставлю все-таки с двух сторон. Где они есть-то, блин, я показывал же. Вот такие вот штучки. Только не такие, а чуть побольше. Сюда с одной стороны, с другой стороны. Утяжки, держалки, как они там называются, я не знаю. Так. Ну и рюкзак. Ну он тоже где-то мелочь бросить. Да, на дачу тоже самое идешь. По... Такой узенький получился. Такой. Ну вот, как-то из сериала «Очумелые ручки». Всем добра!